Жилой фонд Ульяновска растет, но соответствует ли его качество? Губернатор осмотрел новый строящийся микрорайон на улице Радищева. Одна из четырех новостроек почти готова, остальные еще на этапе зарождения. Глава региона осмотрел дом номер 153-Б. Как известно, в хорошем квартале должны быть и садики, и школы, и зеленые насаждения. Рядом с этими домами инфраструктура пока не развита. Школа номер 21 находится далеко, и добираться до нее неудобно. Учреждения доп. Образования тоже оказались в дефиците. Губернатор призвал и застройщика, и горадминистрацию добросовестно обустроить быт для ульяновцев. Ветхое снести, необходимое построить. Вы для этого и приглашаете на такой объезд, чтобы сказать, там, как вы собираетесь решать нам вопрос по строительству здесь новых школ, новых детских садов, новых домов культуры, новых, так сказать, досуговых площадок, нового там дополнительного образования. Как? Ответа нет. После объезда глава региона отправился на совещание Совета по вопросам градостроительной деятельности. Архитектурную жизнь Ульяновска ожидают перемены. В 2021 году будет введен новый отраслевой стандарт. В Ульяновской области и в Российской Федерации прежде всего будет введен стандарт комплексного развития территории. Причем этот стандарт станет обязательным для всех. Новое жилье должно быть не только комфортным, но и доступным. В нашем регионе действует специальная программа «Губернаторская ипотека». С ее помощью сотрудники бюджетной сферы получают деньги на первый взнос. На совещании состоялась церемония вручения материальных сертификатов. Наша съемочная группа пообщалась со счастливыми обладателями. Узнала на работе. В общем, от коллег, коллеги уже участвовали в данной программе. В прошлом году. И земля слуха выполнится. И так узнали. Решили попробовать. Решили также поучаствовать. Планируется это все, естественно, но учитывая финансовое положение, обстоятельства, то есть решили, копили определенное время и решили в этом году уже приобретать, соответственно, с участием всех возможных программ, если это возможно. В 2020 году продолжится реализация программы «Губернаторская ипотека». 185 семей работников образования, здравоохранения, культуры, спорта получат выплаты для приобретения жилья. На эти цели будет направлено почти 28 миллионов рублей. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Управда ТВ.